Вот отсюда скрестил. Соответственно, в любом случае, если я здесь лежу, не, если у меня есть шанс, если у меня есть возможность, допустим, не обязательно здесь до конца лежать. Я его могу отжать, я вижу, что он неустойчивый, да? Я вот отсюда помогаю всеми руками и ножкой ну, выхожу, допустим, да? Элементарно, может, по-другому. Если такая возможность есть, не всегда она есть, но бывает. Лучше здесь не залеживаться. Смотрите, что делаем. Соответственно, он нас будет обрабатывать, да? То есть он будет бить, он сидеть не будет. Что мы делаем? Мы его в первую очередь должны ногами, вот именно ногами, вот сюда, к себе прижимать. То есть для чего? Чтобы я его отсюда вязал. То есть если я его взял вот так, да, то у меня уже более приятная ситуация. То есть как бы он здесь уже не особо получает удовольствие. Я отсюда могу его долбить, да? Но он тоже может, конечно. Но мне удобно, потому что я за головой закрываюсь. Вот, вот. А руку держу. Посмотрите внимательно. Вот отсюда раз, я его прижал. Допустим, ручки оказались на груди. Вот здесь, да? Смотрите, что я отсюда делаю. Я вот этой рукой, вот ну, элементарно, переход на рычаг снизу, да? Знаете, наверное, все. Отсюда я беру под локоть. Идите сюда, сюда, идите. Я его беру под локоть. Могу, в принципе, также взять, если получится, вот такой ключик, да? Но это навряд ли получится, маловероятно. Ну, может получиться, если он даст. Если нет, то я отсюда беру ручку, допустим, работаю, ручку прихватил и тазом своим поворачиваюсь вот сюда, где его локоть. Вот таким образом. Раз, вот выкручиваюсь, да? И в процессе я свой сюда стараюсь подтянуться, чтобы выйти ему на рычаг. Раз, смотрите, голову видите, подталкиваю рукой. Ищу ноги, и все, я здесь пошел рычаг, тазом даю вверх. Еще раз. То есть опять вот мы работаем. Я его к себе подтянул, он ручками на грудь положил, да? Вот. Я сразу же отсюда беру под локоть. Не просто вот так отсюда не получится. То есть потому что я начну делать, его локоть выйдет мне за пах. Все, и уже здесь не будет никакого рычага. А чтобы этого не было, я рычаг локоть контролирую. И отсюда, с наоборотом, раз пошел. Все. Могу здесь, если вот сидеть. Если он, допустим, не идет, да? Ну, вот, можно ножку прихватить вот отсюда. И здесь уже у меня нога и рука в захвате. Но рычаг я делаю за счет того, что я пережимаю бедрами. Вот здесь. То есть я даже не держа его руки, вот я бедрами пережимаю, он не вырвется. Я сжал бедра. И уже вот здесь я пошел на рычаг. Еще раз. Вот, ручки оказались здесь, да? Такое часто бывает. Допустим, ударил пару раз. Раз, только резко, медленно не получится. Взяли, раз, оп, все. Все, пошел рычаг. Попробуйте.